20 апреля колледж машиностроения и сервиса принимал гостей выпускников 9 классов образовательных учреждений города Каспийска. Это событие является традиционным, которое проводится в учебном заведении в рамках Всероссийского единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Учащихся школ города поприветствовал директор Людмила Шабанова. Мы сегодня, как и вся страна, 370 колледжей по всей стране сегодня распахнули свои двери в рамках единого дня открытых дверей. А почему? Потому что у нас в Республике Дагестан реализуется новый кластер, новое направление – туризм и гостеприимство в рамках федерального проекта «Профессионалитет». И мы очень бы хотели рассказать сегодня о тех профессиях и специальностях, которые у нас в колледже реализуются. Данное мероприятие дает возможность школьникам определиться в выборе профессии, ведь это одно из самых важных вопросов, стоящих перед каждым человеком в жизни, поскольку от этого выбора во многом зависит дальнейшая судьба человека. В колледже преподаватели и мастера производственного обучения провели экскурсию по учебным кабинетам, а также учебно-производственным мастерским. Отметим, что посетили учебное учреждение более 500 школьников. Все они были ознакомлены со специальностями экономика, бухгалтерский учет, технология машиностроения, информационные системы, программирование, защита в чрезвычайных ситуациях, техническое обслуживание и многое другое.